А мне мама сырое молоко не дает. Почему? Говорит, от него бруцеллезом заразиться можно. А, ну не пей тогда. А вы как же, пьете и ничего? Да пока ничего. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Ну-ка дай. Спасибо. А у меня учительница по музыке не такие курит, а вот знаете, маленьких оранжевых пачках. Дукат. Ну да, наверное, дукат. Так это сигареты, а не папиросы. А что лучше, сигареты или папиросы? Дукат вроде покрепче. На там черт его знает. Все плохо. Ну почему же вы тогда курите? Привык. А это плохо. Что, что, привык? Угу. Да чего ж хорошего? А вы на войне были? А? Были вы на войне? Был. Страшно было. Страшно, наверное, воевать. А мне тогда не больше, чем тебе было. Разве что года на два, на три. А я так и знал, что на войне были. Ты, я вижу, все знаешь. Ну-ка, сбегай, принеси плоскогубцы. Под сиденьем. Сейчас мы его чинить будем. Это? Нет, другие. Вот, давай. Ух ты, какая. Дорогая, небось? Да нет, всего 60 рублей. Это же половинка. Ну, какая же это половинка? Да нет, это она только так называется, потому что для детей. А когда у меня руки вырастут, как у вас, тогда мне купят целую, настоящую скрипку. Ну, лет через 5. Половинка. Учишься давно? Играть 2 года. А сколько тебе лет? 7. Интересно, сколько же на ней учиться надо? Долго. Мне учительница говорила всю жизнь. На ней, небось, с детства надо, чтобы привыкнуть. Хотите подержать? Легонькая. А что это за зигзаги такие? Это эфы. Чтобы звук лучше был. Эфы? Ну да, эфы. Резонаторы от слова резонанс. Знаете? Резонанс это когда, ну, если резонанс хороший, то и звук хороший. Если резонанс плохой, то и звук плохой будет. Слышите? Здесь не очень. А!
Вот здесь лучше, слышите? Ты сыграл бы что-нибудь, а?